Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5, урок 9. Даны множества М и К. Запиши с помощью фигурных скобок. Множество М пересекается с множеством К. Отметь элементы множеств М и К на диаграмме Эйлера-Вена и обведи цветным карандашом множество М в пересечении с К. Даны множество с его элементами. А. Элементы множества М. А. Б. Белый квадрат. Звездочка. Элементы множества К. Белый квадрат. А. Б. А теперь посмотрим, какие элементы содержатся в множестве М и множестве К. Они находятся в пересечении этих множеств. Это А и белый квадрат. Разберем Б. Множество М с элементами 15, 25, 30, 40. Множество К 23, 24, 25. Найдем пересечение двух множеств М и К. Запишем элементы, принадлежащие множеству К, и элементы, принадлежащие множеству М. Те элементы, которые содержатся в одном и во втором множестве, находятся в области пересечения. Это 25. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.